Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет обзор спутника EBS-2 75 градус. Вы увидите, какие доступны бесплатные каналы на этом спутнике, какие интересные частоты, а также, если каналы кодированы условной кодировкой, я вам озвучу без ключи. И вы все увидите и можете себе записать и подготовиться. Таблицу мне предоставил сайт lugasat.org.ua. Ссылочка на сайт будет внизу. Спасибо большое этому сайту за такую табличку. Итак, всем приятного просмотра и готовьтесь к просмотру. Поехали. Итак, начнем смотреть. Спутник EBS-2 75 градус, он сейчас очень популярный, потому что на нем интересные частоты и много интересных каналов. Так что давайте смотреть. Первая интересная частота — это 10985H, скорость потока 35007. Каналы на этой частоте идут в формате DVB-S2, это MP4, так что старые тюнеры, которые MP4 не поддерживают, эти каналы вы не отсканируете. Ну а на всех остальных сканируйте и будем смотреть. Итак, первый канал на этой частоте — это Fashion TV. Еще есть канал Sun Porto. Рекламный канал Витрина ТВ, канал Открытый мир, канал Пес и Ко, еще есть канал Москва 24, Калейдоскоп ТВ, еще доступен канал Москва Доверие. И следующая частота, доступная к просмотру, это 11045H, скорость потока 35207. Здесь доступны тоже такие каналы, как Сан-Порта, Москва 24, Москва Доверие, Витрина ТВ и Открытый мир. Следующая частота — это 11473V, скорость потока 22500. Здесь идут мультики, канал Disney, он кодирован у кодировки BIS, поэтому есть ключик. ID канал 0640 и сам ключик 6B, A1, E5, F1, 74, BB, CO и F9. Еще на этой частоте идет канал UTV, также идет канал RTDoc в формате HD, в высоком качестве этот канал. Канал Nano, церковный канал про религию ТБН Россия, идет канал Мир, Мир плюс 4, это часовой пояс, 4 часа разницы с основным миром. Канал Мир 24, канал ЛДПР ТВ, еще есть такой канал Красная линия, потом канал о лошадях Конный мир и канал Luxury, чи Luxury. И еще есть одна интересная частота, это 11490V, скорость потока 75200. Здесь идут два канала в формате HD в высоком качестве, это канал Мир 24 и обычный канал Мир. Следующая частота — это 11531V, скорость потока 22300. Здесь идут каналы Надежда в формате MP4, музыкальный канал RU-TV, канал Точка ТВ и спортивный канал Матч, международная версия этого канала Матч Планета. Также доступен канал 2x2, каналы Суббота, канал ТНТ-4. И следующая частота — это у нас 11559V, скорость потока 22300. Здесь идут каналы Наша Тема, Большая Азия, Центральное ТВ. Следующая частота — это 11605V, скорость потока 43200. Идут каналы RBC ТВ, Суббота плюс 2, это часовой пояс, плюс 2 от обычной субботы, там 2 часа разница. Канал Тро, канал ТНТ-4 плюс 2, тоже часовой пояс, плюс 2. Канал Russian Today, канал Старт спортивный, идет он в формате MP4, канал 2x2 плюс 2, тоже часовой пояс плюс 2, и канал Киносад, он сейчас идет, он открыт, но он может и закодироваться. Следующая частота — 11665V, скорость потока 44922, идут канал Беларусь ТВ. Еще частота — 11920V, скорость потока 45300, это инфоканал пакета МТС платного. Еще одна частота — 12100V, скорость потока 45000, есть канал Амоди World Fashion Channel. Еще есть такая частота — 12160V, скорость потока 45000, идет канал 8 канал, Шиян ТВ, Вместе ТВ,
ТНВ Планета, церковный канал Союз, канал телеканал 360 в формате HD в высоком качестве, также идет канал Енисей, канал Югро, канал Муз Союз. На частоте 12653 В, скорость потока 35207, идут каналы, они иногда открытые идут, часто кодированные, ну, такие каналы, как Охота и Рыбалка, Усадьба, Здоровье, Ретро, Домашние Животные, Психология 21, сейчас не знаю, они, наверное, сейчас тоже идут открыты, но часто их кодируют, в основном там, ну, часто открытые, ну, все там, ну, частоту эту можно записывать, интересные каналы, канал Вопросы и Ответы, канал Драйв о машинах, автомобилях, канал Тономер, канал Пес и Ко. Вот эти каналы иногда кодированы. Ну, я каналы, которые постоянно открыты, это телеканал 360, канал 360 Новости, рекламный канал Shopping Life. Эти каналы идут открыто. Вот такие спутники, вот такие частоты. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно, поставьте пальчик вверх. Обязательно внизу подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Дальше тоже будут очень интересные спутники. И всем пока-пока, до новых встреч. Thank you.